17 нарушителей буквально за 3 часа. Сотрудники госавтоинспекции проверили пассажирский транспорт. В основном они останавливали маршрутные такси, которые ездят по Чебоксарам, хотя попадались и междугородние перевозчики. Сотрудники госавтоинспекции расположились недалеко от кольца Роща по проспекту Никольского в сторону юго-западного района столицы. По этой дороге проезжают городские маршрутки номер 12 и 22 и междугородняя 331. Инспекторы проверили 63 микроавтобуса и выявили 17 нарушений. Чаще всего водители забывают пристегиваться ремнями безопасности и допускают нарушения правил перевозки людей. Ездят с перегрузом. Дорожно-транспортные происшествия с участием пассажирского транспорта, как правило, влекут за собой тяжкие последствия. Часто в таких авариях гибнут и получают травмы большое количество человек. По статистике, с начала года только в Чебоксарах с участием автобусов произошло 66 ТТП, ранения получил 91 человек.